Всем привет! С вами канал Артмания. И сегодня у нас видеообзор на вот такой вот десерт ломтишка от кондитерской фабрики Гаконт. Здесь у нас их 8 штук. И давайте посмотрим, что же у нас с той стороны. Так, они по 20 грамм. И все вместе у нас 160 грамм. Даже от Аконт. А я почему-то всегда считала, что буква Г там. Да, ну это, конечно, для детей. И давайте посмотрим, почитаем состав с вами. Кому интересный состав, нажмите стоп и прочитайте. Четыреста тридцать шесть килокалорий здесь. И давайте ее откроем и посмотрим, что же у нас внутри. Так, смотрите, здесь прям пластмассовая даже коробочка. Пластмассовая, конечно, это гораздо лучше, чем картонная или вообще никакая. Так, давайте, наверное, вот это возьмем. Два ряда здесь по 4 штуки. Так, а здесь уже почему-то они перевернутые. Так, кстати, они не очень аккуратно сложены. Две там нормальные, а две перевернутые. Как-то это странно. Ну ладно. Так, выглядит он маленький такой довольно. Мягенький. На нем, кстати, не написано дата изготовления. То есть, в принципе, кстати, это очень-очень плохо. То, что, допустим, вам кто-нибудь его подарит, вы про него забудете. Потом там через год вспомните, найдете случайно в сумке, и вы даже не знаете, просроченный он или нет. Здесь вот обычно вот тут пишется. Нет, здесь ничего не видно. Это плохо. С этой стороны тоже ничего нету, есть зато состав и название. Надеюсь, что они увидят этот ролик и учтут в следующий раз. Потому что на всех предыдущих батончиков, которые я делала обзор, на них есть. Так, давайте его откроем. Посмотрим, что у нас там внутри. Оп. Здесь, конечно, тоже он лежит, батончик, полностью голышом в своей упаковочке. Так, выглядит он, кстати, классно. Он выглядит практически точно так же, как и на упаковке. Кстати, еще и блестит весь такой, блестящий почему-то. Здесь на упаковке больше нарисованы козявки. Ну да, в принципе, тут практически то же самое, хотя на упаковке здесь гораздо красивее батончик, чем здесь. Ну, что-то такое вот подобие есть. Да, он блестит. Не знаю, почему, короче, он блестит. Вот, видите, он блестит. Но здесь вот не особо, а вот так на него смотришь, прям ощущение, как будто его покрасили блестками. А здесь вот видно, что немножко неровно лежит крем, но это там, кстати, ровнее. Вот здесь, в принципе, нормально. Его много, кстати, крема. Не знаю, что там, какой крем на самом деле.
Но выглядит, кстати, он классно. Он выглядит очень-очень аппетитно. И вот пока я его тут трогаю, смотрю на него, мне уже очень-очень хочется его попробовать. Я его, наверное, разломаю. Ну да, ну здесь просто крем. Видимо, просто какой-то крем. Давайте его попробуем на вкус. Он очень мягкий, вот этот, но суховатый. Но с кремом вот этим, он, в принципе, крем тоже немного суховатый. Но они просто шикарно дополняют друг друга. Это очень-очень вкусно. Немножечко сладковатый, то есть не приторный, но сладковатый. А запах и сам крем, ощущение, блин, может быть он сливочный, может быть он сливочный, там супер-пупер какой-то люкс, потому что у других батончиков совершенно другие ароматы, а вот здесь вот именно вот качество, аромат качества, более такой насыщенный, как, не знаю, может быть какой-то запах каких-то конфет необычных. Ну да, каких-то, может быть, конфет, таких нестандартных, необычных, ну, ароматный, очень-очень ароматный. И даже на него смотришь и попробовав, его хочется еще скушать. Еще и еще. Это прям, ну, видно, что качественный продукт. Хотя, я думаю, там состав, по-моему, был довольно огромным. И, честно говоря, своему ребенку я давать ее точно 100% не буду. А так, в принципе, он на вкус довольно приятный, то есть довольно такой вкусный. Ну, конечно, вот этот сливочный крем, я не могу просто объяснить, что там на вкус. Кстати, давайте, наверное, знаете что? Давайте его только одного попробуем. Блин, сейчас мне придется поковырять тут, видимо, по всей видимости, чтобы его достать как-то. Но мне почему-то казалось, когда я увидела, что как вот будет точно такой же, как в Чикапайке. Но нет, он не такой. Ножом подковырну. Опа. Так, ну хотя он, в принципе, такой может быть и, может быть, он не сильно суховатый. Сейчас я его попробую. Крем очень вкусный, обалденный. Кажется, как будто какой-то то ли белковый крем. Но он тает прямо во рту и растворяется, он просто безумно вкусный. Честно говоря, вспоминаю немножко в детстве, я всегда отделяла крем, ну все так делали отдельно, а потом уже думала съесть или не съесть остатки. Здесь вот точно так же, но он очень-очень вкусный. И, конечно же, они друг друга дополняют, именно вот этот вот как раз, вот эта вот штучка, она, в принципе, такая самая обыкновенная, ни о чем, но они очень вкусные вместе, ну и по отдельности тоже. Ну, в принципе, кто покупает постоянно своему ребенку что-то подобное, то, в принципе, можно купить. И также ребенок может угостить кого-то там во дворе или в школе. Также ее можно носить с собой в сумочке, она довольно компактная, маленькая. Допустим, если вы захотели кушать или, допустим, после обеда вам так сильно захотелось сладенького, то у вас может быть в сумочке такая вот штучка валяться. Открыли, съели, и все супер, можно работать дальше. Классно. Вот мне действительно понравилось. Вот эту вот штучку можно реально подарить кому-то. Не стыдно будет, по крайней мере, она реально вкусная. На сегодня это все. Смотрите наши другие ролики, наши влоги, как мы с сыночком живем, путешествуем, отдыхаем, занимаемся, развиваемся. Моему сыночку 3 года. Также смотрите обзоры на другие продукты. Продукты из фикс прайса, Светофор, Победы, также товары из фикс прайса. Также обзоры на технику, Bluetooth наушники, видеокамера, аккумуляторные батарейки и много-много всего интересного у меня там. Я думаю, вы для себя что-нибудь найдете. Также на моем канале есть живопись, разные фоны, где вы можете включить их на телевизоре и отдыхать под приятную музыку. Также на моем канале есть ролики
про дачу, как ухаживать за какими-то растениями или деревьями. У меня очень большая, шикарная, красивая дача. На нее также есть обзоры, которые я делаю каждый год. И она есть во влогах. И там очень-очень много всего интересного на канале. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, оставляйте свои отзывы об этом десерте, как ваш ребенок, нравится ему или не нравится. И с вами был канал Art Money. Всем пока-пока!